Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием «Хорошая пицца, отличная пицца». И хотя написано, что событие завершится через год, на самом деле, конечно, всего неделя, поэтому сегодня у нас с вами карнаваль! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии, дорогие друзья, потому что сегодня будем отмечать это прекрасное событие. Не знаю, правда, в честь чего и почему, но это прикольно. Так вот, да, лайк, подписочка, друзья, можно уже это прямо сделать вот сейчас. Ну, а я тем временем, наверное... Слушайте, давайте, наверное, ананас купим в следующей серии. А сегодня реально немножечко я потрачу. Я ананас 100% куплю в следующей, это прям стопудово, без вариантов. Но сейчас я хочу все-таки немножечко потратиться на украшательства всякие. Мне кажется, что здесь есть некоторые довольно-таки приколдесные. Сольная сцена самбы. Блин, барабан столовый набор, это вообще приколдес. Слушай, я, наверное, куплю... Это тоже смешно. Я, наверное, куплю барабанный столовый набор. А, кстати, здесь нет случайно в этом, в донатных всяких скин начинок, рамки диалога. Не знаю, короче, ладно, я просто хочу купить. Я просто хочу купить, ребят, вот просто. Барабанный столовый набор, пофиг. Вот это выглядит реально просто тумба-юмба, нормально. И я хочу либо карусель кексов. Как она выглядит? О май гад, это топчик, это мега топчик. А еще вот это мне нравится. Ну, блин, не знаю, карусель кексов, мне кажется, вообще мега топ. Ультра топ. Я покупаю, ребят, пофиг, я покупаю. Погнали, погнали, 57-й день. Сегодня будем с вами снова готовить, снова делать дела наши деловые. О, в пекарне, закончите главу 4, чтобы разблокировать. Войдите в игру, это получаем. Здесь у нас 5 звезд, все хорошо, истории скоро, достижения в процессе. Здесь, кстати говоря, у нас еще и вот специальное событие идет, так что все хорошо. Можно было бы, кстати, ускорять потихонечку, но я смысла в этом абсолютно никакого не вижу, поэтому мы, наверное, просто с вами будем делать свои делишечки. О, да, вот эти кексы вообще топ, мне нравится, офигенно, офигенно. 3 пиццы с фруктами, 1 с овощами и соусами, 1 с мясом и сыром. Я думаю, я могу сделать ее без подсказок. Давайте это и сделаем. 1 с фруктами, другая только с овощами и соусом. Значит, мне нужно 2 с соусом, 2 с сыром. Причем вот именно вот таких вот, центральную не трогаем. И получается 1 с мясом и сыром. Давайте начнем, наверное, с нее. Она самая простая. Кстати говоря, в одном из предыдущих комментариев кто-то у меня спросил, почему я удивился сердечком у пепперони, ведь я их уже когда-то видел. Ребят, я в эту игру играл так давно, и я половину, ну здесь, во-первых, в этой игре половины не было того, что я сейчас вижу, а во-вторых, ну это уже было миллиард лет назад, я уже половину реально не помню, поэтому мне, может быть, о, анчоусы, чуть не забыл, сейчас бы просто это был бы фейл эпический. Вот, поэтому меня многие вещи удивляют в этой игре, собственно. Одна только с овощами и соусом, и одна с фруктами. Овощи и соус. Так, мне нужно, значит, понять, что такое фрукты. Ой, мне нужно понять, что такое фрукты и что такое овощи. Это смешно звучит, но реально. Так, фрукты — это оливки, сладкий перец, баклажан. Овощи — лук, базилик. Ладно, давайте начнем с овощей. Лук, базилик, овощи и соус. Начнем с них. Лук и базилик сверху. Там что-то сладкий перец, еще что-то. А, оливки. Давайте вот так. Оливки, сладкий перец, баклажан, по-моему, если я не ошибаюсь. Но я перепроверю все равно, потому что я на 100% не уверен. А зафейлить ее нельзя. Оливки. Потому что если я зафейлю, это будет... Вот это уже будет конкретный фейл, ребят. Это будет уже просто тупо жесть. Оливки, сладкий перчик. Красивенький наш, новогодний. Все еще 2 месяца уже прошло. И кажется, что баклажан, но опять же, на всякий случай лучше уточнить. Фрукты. Да, баклажан. Замечательно. Все сделали идеально, правильно. О, готово. Так. Это отправляем сюда. У нас 70% довольствования нашему клиенту. Поэтому, в общем-то, все нормально. Можно не то чтобы сильно спешить. Но
как бы, чем быстрее сделаем, тем быстрее начнем делать следующий заказ. Поэтому, в общем-то, мне кажется, эта идея нормальная. Я бы очень хотел накопить здесь побольше денег, чтобы я мог еще... Ох, 10 чаевых, нормас, хорош. Чтобы я мог еще что-нибудь купить на карнавальное, на карнавальной основе, скажем так. Это было бы очень круто. Вомба-комбо сделать хорошо запеченную. Пепперони, сосиски, лук, оливки, грибы. Ага, все до перца, короче. Все до перца, хорошо. И еще при этом хорошо запеченное. Ну это можно сделать, это можно сделать, это не проблема. Звучит не особо тяжело. Так, сосисончики кладем, конечно же, как же без них. Уточню на всякий случай, грибы, оливки, лук. Да, все есть. Все до сладкого перца. Ну то есть это максимальная пицца, можно сказать. Или макси, ну короче, что-то такое. Нормас. В принципе, тоже хороший заказ. По сравнению с пшеничным фестивалем, когда нам реально делали заказы просто отвратительные, просто ужасные. Это мне, в общем-то, нравится. Можно было бы... Можно было бы ускорить, конечно, с одной стороны, но с другой стороны смысла особого не вижу. Давайте просто подождем, сделаем все как надо. Хорошо запеченные грибы, перец, да. Ну, здесь уже безошибочно все хорошо. Единственное, что, конечно, настроение у него быстро портится. Мне кажется, что в такие заказы не закладывается, вот когда просят хорошо запеченную. По факту настроение дается так же, как и на обычную. Вот чисто мое ощущение. Не знаю, прав я в этом или нет, я еще и переспросил его, может быть, из-за этого. Ну, все равно 4 бакса чаевых, ребят, мы, в принципе, потихонечку накапливаем. Вполне себе. У моего любимого ворона в основном мясная диета. Могу ли я сказать пиццу для любителей мяса без морепродуктов? Это таинственный гость. Мы сейчас с вами еще одного откроем. Шикардос. Шикардос. Кто не знает, ребята, подсказка. Эдгар. Это моя вам подсказочка. Так, бекончик кладем. Красивенький для Эдгара, нашего друга. И ветчиночка. Получается, что мясная пицца без морепродуктов. Все замечательно сделано. Nice. Вообще, реально хорошие заказы. Мы с вами очень неплохо подняли за сегодня. И несмотря на то, что я еще успею парочку заказов сделать, уже, в общем-то, мне все нравится. Но, естественно, постараюсь сделать побольше. Потому что, может, какую-нибудь мелочушку мы еще с вами приобретем здесь. Посмотрим. Хрю. Мое сердце, обличитель бьется так громко, я не могу дождаться, чтобы съесть ее. Ожидание убивает меня. Достижение есть. И, по идее, у нас где-то вот здесь вот. О, Эдгар Аллан По, ребята. Вот это я понимаю. Еще один эпичный гость. Вы знаете, что такое рататуй? Я хочу его, но на пицце. Вегетарианское блюдо. Возьмите баклажаны, сладкий перец, лук, базилик. Баклажаны, сладкий перец, лук, базилик. Так, если честно, скорее всего, забуду все, что нам здесь сказали. Баклажаны и сладкий перец, лук и базилик. Странный какой-то набор, честно говоря. Не знаю, что такое рататуй, знаю только, что мультик такой. Баклажаны, сладкий перец, лук и базилик. Вроде бы пока все помню. Базилик и лук. Так, мы с вами прям на скорости все делаем сегодня. Не, вообще, очень хорошо. Очень хороший день с очень хорошими наградами. Баклажаны, сладкий перец, лук, базилик, сырная пицца. Да, найс. Мы не успеем еще один заказ принять, но, ребят, это получится, ну, 60 с чем-то. Ну, минус аренда, ну, получится вот где-то в районе, там, 58 баксов. При том, что мы потратили почти полностью все, но я считаю, что это достойный результат. Вполне нормальный. Шикарно. Ну да, у нас ровно 58 получится, собственно говоря. Я прям идеально подсчитал. Пойдет. Вполне себе 91, ребят. Это, конечно, сильно. Это, конечно, супер. Ну и 45 баксов. Не то чтобы прям супер много, но нормально. Так, ну что, я могу купить разноцветные перья. Я могу только их купить, собственно. Слушайте, ну а что, это создает определенный уют, такой колорит нашей Умба-Вумбе. Давайте купим. Пофиг, нормально, пойдет. Нормально. Может быть, еще успеем. Этот фестиваль идет целую неделю, поэтому, ребят, если вы лайком поддержите, то я, в общем-то, могу и как бы еще записать. И еще подформить деньжат, возможно, даже, поэтому... Лайки, подписки, все как надо. Немного чокнутый заказ, лук и сосиски. Да уж, ты просто крейзи, чувак. Это, конечно, заказ настоящего безумца. Лук и сосисоны, вот это да. Так, хорошо, давай, сосисоны есть. Я что-то еще не успел нормально рассмотреть
декор, который нам привезли, я хочу сейчас еще повнимательнее на него глянуть, потому что мне кажется, что, ну, типа, комплект вот этот карнавальный получился довольно прикольный. Мне надо будет еще в следующем видосе обязательно купить ананасы. Потому что надо уже закрывать эту главу. Мы с вами уже довольно долго на ней сидим, 58 дней уже. Я думаю, что в следующий день мы с вами ее уже закроем. Так, что там надо? Еще $25 чаевых. Хм, смогу или не смогу, интересно. Надеюсь, смогу. А, грибы и оливки, если это нормально. Абсолютно ненормально. Тоже еще крейзи чувак. Еще один. Что там, грибы и оливки, он сказал? На всякий случай, ребят, всегда. Вот если есть хоть грамулечка сомнения, просто хоть прям совсем мало-мало, но сомнения, вот всегда лучше перепроверить, всегда. Потому что сколько раз я уже на этом обжигался, что вот заговоришься, вроде бы уверен, а на самом деле вот как бы можно зафейлиться. Получишь возврат и подумаешь, какого фига я не потратил одну секунду, просто чтобы перепроверить. Не, лучше всегда сделать так. Так, хорошо. Заказы пока не то чтобы шикардосные, но нормальные, зато быстро делаются. Пойдет. Найс. $3 тоже хорошо. 70 уже есть. Слушай, ну мы так на нас быстро накопим. Хотел бы пепперони без молочных продуктов. Это вообще мега изи. За секунду сделаю, смотри. Раз, два, три. Все, пепперони без молочных продуктов сделано. Найс. Давайте сразу заготовочку сделаем на следующую пиццу. Я не очень люблю это делать теперь, потому что у нас еще есть второе тесто, которое может, так сказать, нас подставить. Но времени еще много, я думаю, что в любом случае успеем. Даже если одна пицца будет на пшеничном тесте, то вторую точно скажут обычно. Так, давай дальше. Хочу купить пиццу с пепперони. Отличный заказ. Все, пицца с пепперони готова, ребят. Вот это я понимаю, 96% пицца уже в печке. Делаем еще заготовку. Это моя любимая пицца с пепперони, потому что автоукладка — это просто мега-супер. Это экономит, конечно, огромное количество времени. Готово. Идеально нарезанная вдобавок. Шикарно. Еще $2 чаевых. Вообще, мне нравится. Мне нравится. Быстро копим. Дайте мне трюфельную пиццу. Грибы. Окей. Заказы, конечно, ребят, не очень, честно признаюсь, но учитывая, что у нас всегда есть заготовка, и, по сути, нам надо разложить только одну начинку обычно, что-то как-то зафейлил немножко, в общем-то, я не могу жаловаться. Мы довольно быстро все это делаем, довольно быстро отдаем и получаем неплохие чаевые, так что, в общем-то, пойдет вполне себе. Раз, два, три. Готово. 82, и теперь у меня уже $84. Блин, вообще нормас. Мы реально успеем с вами спокойно ананас накопить. Здесь за рыбный. Хо-хо-хо. Вот это я понимаю, заказик. Рыбное. Это мне нравится. Это мне по душе. Так, что такое? И единственный минус, конечно, это хорошо запечено. Это значит, что мы, конечно, времени потратим на этот заказ просто уйму. Но что поделать? Давайте сразу в печку, потому что мне нужно будет ее перезапечь еще. Раз, два, три. Успели? Давай. И последнюю делаем. А эти две сделаем уже подряд. Это сюда. Да, разложил я капец как криво, ребят. Не знаю, что со мной такое. В плане раскладки это, конечно, был полный отстой, честно вам признаюсь. Но ничего страшного. Так, теперь можем переложить. Ждем. Сейчас это будет по центру ровно, и мы сможем еще раз переложить. Оп, хорош. И теперь можно нарезать, отдавать. 79% у него еще есть. Я не буду делать, конечно же, заготовку. Теперь уже у нас мало времени осталось. Мало ли, опять же, закажут пшеничную. Это минус теста будет. А нам такого, конечно же, не нужно. А точнее, даже не минус теста, а минус маргарита. $7. Вот это я понимаю. Блин, мне еще 9 нужно. Я не знаю, за сегодня, наверное, 9 не успею поднять. Это многовато. Но ничего страшного, нормас. Так, обслужите меня бессоусными сосисками.
Хорошо. Без соусными сосисками. Вот, кстати говоря, почему я не делал заготовку, ребят. Вот если это последний заказ, то как бы наша пицца, которая была бы с соусом и сыром, она осталась бы просто не у дел. Но, возможно, я успею еще один заказ принять. Кстати, даже невозможно, а 90% что успею. Если сейчас быстренько нарежем, то вполне успеваю. Такс. Раз, два, три. Да, успеваю, все норм. Вообще, без проблем. Давай, давай, уходи, уходи, уходи. И... Ну, можно мне, пожалуйста, оливковую пиццу с луком и грибами? Окей, успел в последнюю секунду, ребят. Последнюю секунду. Оливковая, лук, грибы. Хороший заказ напоследок. Три начинки, это норм. Оливковая, лук и грибы. Но раскладка у меня сегодня реально хромает. То ли у меня рука как-то не двигается нормально, то ли фиг его знает. Иногда бывает, что раскладка офигенна, а иногда вот бывает, что не очень. Не знаю, от чего это зависит, честно говоря. Но это определенно факт. Так, оливковая, лук, грибы. Три, три, три. Да, все норм. Раскладка такая странная, что я даже не сразу понял, правильно разложил или нет. Но у нас уже есть деньги на ананас, ребят. Вот это чумовая тема. Это я очень доволен. Ну и потом, надо тоже понимать, очень простой факт. Это значит, что в следующей серии мы купим ананас. Блин, может быть купить какой-нибудь еще декор? У меня хватит денег, 115. Что мы еще можем купить? Давайте посмотрим. Хочется еще карнавального немножко. Потому что в любом случае, опять же, мы в любом случае... Да, 115 хватает. А. Вы серьезно? Ну вы серьезно, что ли? Ладно, может быть, на это хватит что-нибудь. О май гад, ни на что не хватает. 5 брюльков тоже ни на что не хватает. Ну что это такое-то, ё-моёжики? Ладно, ребят, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал. Я думаю, что мы еще что-нибудь купим из этого набора. Пишите, что бы вы хотели, чтобы я купил. Ну и увидимся с вами уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока-пока.